Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, как я обещал, в этот день 11 часов вечера на моих часах. И вторая серия. Вторая серия за сегодняшний день, скажем так. Забираем награды. Так, здесь у нас откатов нет по заданиям. Но самое главное, что меня интересует, это именно лига. Так что коротенькая будет сегодня серия, ребят, вот это вот, но продуктивная. Почему? Потому что у нас именно все упирается в ранг на лиге. То есть мы должны сегодня попробовать подняться до лиги мастеров, топчик взять. Топчик, наверное, не получится, но хотя бы где-то 50-60 место для того, чтобы завтра, уже в понедельник, мы смогли взять с тобой осколки. И завтра же мы с тобой прокачиваем, естественно, вы уже догадались кого. Естественно, Пиццелицева, ребят. Пиццелицева будет у нас прокачиваться в платиновый ранг. Потому что большинство меня в этом случае поддержало. Я почитал комментарии, и как бы, в принципе, большинство согласилось. Нет, были, конечно, некоторые нюансы, что: Рэй, ну может быть давай этого качнем, давай может быть этого переведем. Все ребята рано или поздно они перейдут в платиновый ранг, но я все-таки к Пиццелицам склоняюсь. И по поводу Джастина, кто там вот писал из подписчиков: зря ты, говорит, Рэй, на Джастина гонишь. Я тебе скажу, что он даже на сотом уровне, если мы его прокачаем на сотый уровень, он все равно будет ватником. Он, вот как тебе, вот крысиного короля, если прокачать на сотку, он будет 100% круче, чем тот же самый Джастин. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Потому что у Джастина и инициатива слабая, и атаки у него не особо хорошие. Ну, только вот если запах изо рта только, но опять же, инициатива. А даже вот если мы Карайку, наверное, прокачаем, она и то будет лучше, чем Джастин. Понимаешь? Я, возможно, ребята, ошибаюсь. Ну, вот почему-то я так склонен именно думать вот так. И меня почему-то не переубедить в этом. Проверить можно будет только в одном случае, если его докачать до сотки. Но в данный момент мы с тобой качаем Рафаэля. Именно Рафаэля. Прокачаем его до сотки и будем уже брать кого-нибудь из других персонажей. Зэк у нас, по-моему, тоже, ребята, на сотку не прокачан же, да? Или прокачан? Зэк, слушай, а вот действительно, у нас Зэк-то прокачан. Я уже просто забываю, ребята, с этими персонажами, со всеми. Так, смотрим, где у нас. Блин, Зэка откатывать надо. Ладно, потом как-нибудь глянем. Сейчас возьмем. Да что ты, Ваня, лезешь? Вот такую команду. А Рафаэль, почему Рафаэль считает, что он слабый, ребят? Я не знаю, на сутки посмотрим, как у него будет удар вот этот вот работать, массовый его. Вот этот черепа, когда он бросает. Сейчас, конечно, он на 81-м не особо хорошо рулит. Но время, думаю, покажет дальнейшие, как говорится, его способности. Так, выпускаем волну. Отлично. И сюрикенами, скорее всего, добиваем их всех. Все. Просто идеально. Так, ну что, двигаемся. И мы переходим в Лигу мастеров 2 звезды. Ну, теперь дело, блин, за малым, ребят. Нам надо как-то умудриться попасть в Лигу мастеров 3 звезды. Не все так легко и просто. Возможно, даже сегодня не получится. А, возможно, получится, но для этого нам придется брать откаты. Покупать рекламу. Я не знаю, доступна ли нам сейчас реклама или нет. Все мы это глянем. Замечательно. Но чем выше мы сегодня продвинемся, тем будет завтра нам проще. Главное мне успеть это все сделать до работы. А до работы проблема будет, потому что я лягу сегодня поздно. И завтра тоже встану поздно. А нам нужно где-то до... В 4 часа у нас, да, по идее, получается откат. Вот в 4 часа нужно встать. Ну, я могу, конечно, встать и позже, просто уже буста не получится. Посмотрим, если я высплюсь, то встану пораньше. Если нет, то попозже.
Потому что тоже всю ночь потом работать, сам понимаешь. У меня всегда вот под где-то в 5 часов утра на работе у меня начинаются просто, ребята, глаза залипать. Просто начинают залипать. А нельзя. Нельзя. Так, ну что, идеальная победа, и мы переходим дальше. 79 место, что-то как-то слабенько, да? Вообще слабо получилось, 79 место. Так, я беру здесь маузеров, и я беру здесь Армагона. Ну давай, раз, два, три. Ну, естественно, маузеры сейчас будут ходить первыми, ну и следом уже пойдет у нас Армагон. Бабах. Ну, маузеры все, конечно, не смогли добить. Ну, оно и понятно, то 74-75 уровень. Как бы для маузеров это проблематично, но, тем не менее, он оставил немножечко хп и двоих даже успел убрать с поля боя. Всего 9 позиций пролетели, да, получается? Так, опять же беру маузеров. И супер шреддер. Так, Джастин, отвали. А почему отвали? Ну-ка, подожди. Ничего не отвали. Раз, два, три, четыре. Вот так вот я сделаю. А супер шреддера мы прибережем для другого момента. Угу. Построили. Ударили. Отлично. Одной накаточкой распластали всех. Что может быть лучше? Так, 70-е было место, становится 62-е. Ну, 8 ступенек пролетаем, даже десятку не берем. 17-24. Так, Микеланджело, да? Да, тут Микеланджело. Ну, насколько я помню, наших маузеров, по-моему, инициатива будет круче. Угу, погнали. Уложим их баньки сейчас всех или нет? Всех вряд ли, но майки положить главное. Майки и Крис Брэдфорд упал. Вот и все. И супер шреддер, как говорится, пошел на добивку. Шикарненько. 53-е место мы уже взяли. Давай, давай, 17-24. Так, 77-е места. Ну, от железноголового здесь мало толку будет. Давай возьмем тогда маузеров. Раз, два. Оу, щит. Тогда вот так еще придется. Почему, ребят, 79-е это максимальный уровень. Тут уж, извини, хочешь не хочешь, придется брать подстраховку. Причем дичайшую страховку. Слушай, красавчик. Маузер разбирается даже 79 уровнем. Практически всех ухайдокал. Молодцы. Но не забывай, что откаты кончаются. У нас последний откатик остался. Дай-ка я гляну. Так, подожди, рекламу, да? Нельзя смотреть, ребят, за рекламу. Блин, что делать? Ладно, возьмем. Возьмем 10 откатов. 17-24. Берем опять же маузеров. Берем Леонардо. Раз, два, три. 78-й уровень противников. Ну что же, давай, маузеры, вперед и с песней. Так, секундочку. И Леонардо сделает добивочку. Бибу такой боксер. Побоксировал, типа. Молодец, красавчик. Блин, дойти бы нам до Лиги Мастеров, а? 3 звезды. И было бы уже хорошо. Но дайте мне 17-24. Ну, чё ж вы... Что вы жмётесь-то? Да ну хорош.
Так, опять же берем маузеров и Кренга. Маузеров и Кренга. Сколько там откатов осталось? Мало, да? 8, по-моему. 8, это 4 поединка еще. Не, ну до Лиги Мастеров мы дойдем, 3 звезды. А вот укрепиться там не сможем, к сожалению. Так, одного уронили. И Крэнк на добивку идет. Замечательно. Ну что же, сейчас посмотрим, сколько у нас осталось. И уже дело за малым. 7 откатов. Да чё ж вы так мало даете-то, а? Да какой 16-22, вы чё? Эй, ребят, вы хорош, давайте уже. Фига вы дурочку включаете. Молодцы. Раз, два, три. 16-22 они мне дают. Вместо 17-24. Совсем нюх потеряли, я смотрю. Ну... Так, Майки упал. И кожа головы делает кувырок. Прекрасно. Ну-ка, какое место? 20-е, да, я так понимаю? 18-е. Ну что же, 18-е это тоже хорошо. Ребят, 3 отката. Остается. То есть это получается у нас один по... Блин, а как нам... как нам тут сделать-то? Нам надо сыграть еще 2 поединка. Умудриться каким-то образом. Я не знаю, как... Как это вообще тут можно реализовать это все. Хм. Не, ну маузер это понятно, хорошо. Не... У них инициатива большая. А остальным-то как делать бойцов? Если я возьму, например, сейчас слабеньких. Они же не справятся. Трэш, 6 ступенек всего перелетел. Всего 6 ступенек. Как вариант, мне только если... Сейчас, подожди, обновим. 76-й. Вот, вот этих брать. 74-й, 72-й уровень. Попробуем, ребята, здесь справиться с одним только лишь маузером. Главное, чтобы он тот Майки упал. 73 уровня, который. Иначе все распишут нас здесь. Воу. Они топ. Маузеры топ. Посмотри, что они сделали. Просто вырубили всех. И 2 последних отката сейчас тратим. Но дело в том, что какую позицию мы займем? 6-ю? 1-ю. И последний тогда получается поединок у нас. Беру маузеров. Полностью все откаты тратим под сухую. Раз, два, три. Погнали. Вот они стоят здесь. Буржуйчики ждут нас. Ну-ка давай. Мышки. Мышки-кролики. Так. И ракетами добьем. Вот как-то так. И никак иначе. Ну что, Лига Мастеров 3 звезды взята, ранг у нас 91-й, завтра мы получим полностью награды. Так, заданий нету, в бой, испытания. Где у меня Рокул? Вот он. Джойстик. Доллары. Жетоны. Усаги. Рокстеди. И осколки. Не хочет давать мне. Так, я смогу, интересно, поднять. Да, я смогу поднять уровень Рафаэлю. Это получается у нас уже 82-й. Тут немножко и 83-й мы сделаем ему. И подожди. А ну-ка, давай-ка попробуем найти катушки эти. Там сколько нужно? 9 штук, да?
Раз. Два. Три. Четыре. Ну, блин, у нас телепорт заканчивается. Так, это 5, 6, 7, 8, 9. По-моему, 9 надо было. Да, и 12 номеров. Один нашли. Второй. Ну и все, кончилось у нас. И еще один уровень. 83-й. Вообще нормально. Ну, как-то так, ребята. Все. Все, что я хотел, я успел сделать. Поэтому всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.